Я тот человек, который ведет духовно-физические практики по утрам на семинаре «Сенситив». Я вижу тех, кто приезжает на «Сенситив», какие они, с какими они потребностями, с какими запросами. И я вижу их по истечении 3-4 дней, какие они уезжают. Смело могу заверить, что это совершенно другие люди. Это люди, у которых сверкают глаза. Это люди, которые получили ответы на свои вопросы. Это люди, которым открылась некая тайна о самих себе.